Да, всем добрый день, дорогие друзья. Добрый, добрейший, веселейший, прекраснейший день. И мы продолжаем изучать Тору. Сейчас я нахожусь в Турции, в славном городе Анталия. В городе Анталия. И мы продолжаем изучать глава Шмини. Но основной акцент все-таки мы сейчас сделаем на Песахе. На Песах, потому что... Потому что все-таки все-таки, да, когда, когда все обычные главы мы читаем, читаем их, это очень важно, но есть моменты, которые, которые вот он, оп, раз в году. И если ты его не пройдешь правильно, то ты уже второй раз должен ждать следующего года. Недельную главу мы все время читаем, и это важно, невероятно важно, каждый день читать кусочек недельной главы, а лучше слушать урок и читать. Потому что, чтобы все каналы восприятия были заполнены Торой, да, всем шалом. Значит, чтобы было и видно, и слышно, и, и обдумать. Но самое главное, что у тебя остается, что у тебя остается. Кстати, хотел вас попросить, у нас сейчас в группе, обратил внимание, в Айкра стало у нас уже 200, 2892 участника, подписчика. И осталось нам до 3000 всего лишь 118 человек то есть в телеграм-канале. Подпишитесь в телеграм-канал, вот внизу есть ссылочка на телеграм-канал Вайкра. И если вы еще не подписаны, вот из фейсбука, подпишитесь и разошлите всем друзьям ссылочку, пускай смотрят уроки, пускай тоже. То есть нам важно, чтобы 3000 было. Ну как, что это за цифра? 2892. Надо, чтобы 3 было ровненько, красиво. Хорошо. Значит, сегодня мы поговорим опять про Песах. Поговорим опять про Песах, о том, как, как нужно провести вот этот вот пасхальный, пасхальную ночь, да. Эта ночь очень специальная ночь, если, знаете, есть такое выражение, ну, многие люди говорят, там, энергии, вайб, там, вот сейчас модно стала такая тема, что вот такой вот, тут такая энергия, тут такая энергия, все. Вот в... Пасхальную ночь есть энергия, когда Всевышний сам, лично, то есть в своем самом да, самом высшем для этого мира проявлении, да, он приходит в этот мир, творец, создатель, то есть большего проявления Всевышнего в его вот этой вот энергии, в его проявлении творец, в, ну в течение года нет, только вот эта ночь. Он э, творец. Причем, что интересно, поразительная вещь такая. Вот, ну, я думаю, что вы все знаете, кто вывел, э, кто вывел еврейский народ из Египта. Кто был, э, кто был вот, ну, как э, Гоэль, да, спаситель. Кто вывел? Моше, кто вывел? Да, Моше, правильно, Моше Рабейну. Моше Рабейну его Всевышний послал. Куст, горячий был куст, он его послал. Моше Рабейну пришел, э, ходил к фараону 10 раз, 10 казней, Значит, все, Машарабейну, вся весь исход из Египта был связан с Машарабейну. В пасхальной в Агаде, которую мы в эту ночь читаем, ни одного раза не упоминается имя Машарабейну. Как это так? Почему не упоминается? Должно быть на каждой странице. Машарабейну вывел нас из Египта. И нету? Нет. Почему нет? Потому что Машарабейну, он был посланцем Всевышнего. То есть выводил сам Всевышний. И поэтому Машарабену не упоминается. Он был, и поэтому его качество, о котором под, под, подчеркивается, да, качество Машарабену, что он был самый скромный из всех людей. Она в Миколе Адам. У него не было эго, он был полностью посланец Всевышнего. Он был полностью, как его называют, Всевышний Эветашем. Моше Иш Айлатим, он был человеком всесильного и Эветашем раб Бога, да, раб Божий. И получается, что Машарабэну не упоминается, потому что это Бог, он был. Маширабену был как инструментом. Это Бог выводил еврейский народ из Египта. Дальше получается очень интересная такая вещь. Значит, в... вся пасхальная года построена на вот такой вот идее, что вот одним... приходите вы в синагоги, например, да, или вы если в синагогу не ходите, у вас должна быть книга Пасхальная года. И, значит, там разложены, разложены такая вот есть блюдо, и там разложены вот тут вот крылышко такое курицы обжаренное, да, это в память о жертве, о жертве, да, благодарственное. Это, это о жертве Песах курочка, потом яйцо круглое, да, это жертва Хадига, это там жертва, которую в праздник приносили, ну, в память об этом. А вот это Марор, там лежит Марор, это... Это такое растение Хаса, ну вот я не знаю как на русском Его называют, на английском Такие листья горьковатые, салат Салат такой И лист, это такой лист называется салат И это в память о том Какая горькая была жизнь в Египте А вот это например Лежит там Такая хоросет Хоросет это смесь такая Яблоко там есть, там есть изюм, орехи Чуть-чуть вина туда добавляют Хоросет это как глина а вот вот из этой глины делали терпичи. А вот, значит, а вот, значит, это маца там, да, маца это в память о том, как выходили из Египта, их хлеб не успел закваситься. Но мы же каждое утро мы учим Тору, мы же не, вот, например, сейчас недельная глава, отрывок недельной главы про жертвоприношение. Мы читаем, и все. А почему в Песах, в Песах это нужно разложить? И там, там так построена Агада, что есть четыре типа сыновей, четыре сына. И четыре сына задают вопросы. И вот эти четыре сына, это четыре типа людей. Четыре типа людей, их отношение к Торе, к, духов, к духовности. Это вот четыре вот этих вот сына. Один сын Хахам. Вот у нас на уроде все, все мудрецы. Мы все относимся к тому, кто называется Хахам. Он задает вопрос, а что это у вас за служение такое? Ему интересно понять, как это все работает. Это называется мудрец. Но он мудрец задает вопросы: задает вопросы и спрашивает. Второй сын называется а, там. Там это наивный. Он задает вопрос: а что это тоже? Он тоже задает почти такой же вопрос, но ему ответ идет по-другому. То есть, в зависимости от того, какой вопрос, такой ответ. И вот, значит, умный сын, он задает вопрос: как оно работает? А простой сын, он задает, что это? Типа, что это? В... Есть сын, который, который, задает вопрос, называется, он не умеет спрашивать. Есть такой, у которого нет вопроса. И ему надо самому объяснить, но так, чтобы ему было понятно. А есть сын злодей. Прямо написано в пасхальной Агаде, есть четвертый тип, это злодей. И что интересно, злодей задает тот же самый вопрос, что и задает хахам, но он его задает по-другому, что умный. Он задает с насмешкой с такой, что это за вот это вот служение у вас там и так далее. И там написано, вот ответь, каждому написано, как отвечать. Как бы это такая типология людей, и с каждым нужно говорить на его языке. Но что интересно, там, когда идет ответ злодею, там идет ответ очень такой, если вы обратите внимание, всем трем сыновьям идет «скажи ему». Вот это идет ответ как бы в прямом, в прямом лице. А когда идет ответ злодею, написано, что ему надо такое образное выражение, как бы выбить зубы, то есть его нужно так, как сказать, обрубить, да, и сказать «из-за него его бы Бог не вывел из Египта, для него бы Бог не сделал чудо». То есть идет ответ не ему, а троим остальным сыновьям о нем. То есть когда злодей, и это говорил Шлома Мелех, говорил, не спори со злодеем, ты не сможешь ему ничего доказать. Но злодеем. Ты можешь опозориться и стать таким же, как он. То есть ты даже хуже, он тебя опозорит. Я помню, когда-то я смотрел Жириновский, разговаривал с каким-то человеком, дебаты у них были и этот человек жириновскому по пунктам доказывает что жириновский был продажный который был на службе у, у, всегда на службе у кремля и никогда он то есть он всегда как бы много разговаривал все но по факту он был продажный такой просто политик который был на службе у кремля всегда и значит этот человек по пунктам ему это доказывает жириновский сидит смотрит на него и говорит посмотрите на него это же сумасшедший. Он же шизоид. Как вы сумасшедшего в студию пустили? Берет на него, выливает воду и начинает его просто лично позорить. То есть у него не было ответа ни на один вопрос, который этот человек задавал. Но у него он просто сразу же идет в атаку на... И, ну, позорит, уничтожает человека. Так сказал нам тогда царь Соломон. Он сказал, не спорь со злодеями. И пасхальная года нам говорит, не отвечай ему даже, но, но, ты не можешь не ответить, потому что тогда другие сыновья подумают, что он умнее тебя, и поэтому ты должен им сказать, не обращайте на него внимания, он, ну, то есть он сейчас в, таком, в такой ситуации. Теперь, значит, вот это вот очень важно пасхальная Агаде, и вот здесь как раз мы понимаем по, весь, по всей этой пасхальной Агаде, там есть такие слова – что должен каждый видеть себя, как будто бы он выходит из Египта. И тут мы приходим к тому, что представьте, какая удивительная ситуация. Еврейский народ существует уже 4000 лет. Мы точно знаем, с какого момента, мы точно знаем, в каком году родился Авраам, от которого пошел еврейский народ, в каком году родился Ицхак, сколько каждый из них жил, где они похоронены. Авраам, Ицхак и Яков похоронены, где в Хевроне. Можно съездить к ним на могилу, можно прям там помолиться. Авраам и Сара, Ицкак и Ривка, Яков и Лея похоронены в Хевроне. Могила Рахели, второй жены Якова, она по дороге в Бетлехем. Все понятно, все известно. То есть прямо конкретно по, по, по годам. Когда спустились в Египет, сколько спустилось в Египет, как кого звали, 70 душ спустилось в Египет. Как вышли из Египта? Сколько было людей, прям по счету, до человека? Как кого звали? Все вообще, все сохранено. Как это перешло? Представьте себе, то есть от исхода из Египта 3334 года. 3334 года от исхода из Египта. Как такое может быть, как такое может быть что эта информация сохранилась? Ответ ⁇ Пасхальная агада. Пасхальная года на Песах, когда собираются все. Пасхальная года проводится для детей. И тут мы приходим к способу изучения, который является самым главным способом изучения. Ну, вот самый лучший, самый главный, самый, самый запоминающийся. Все должно происходить в действии. Ради этого Бог вы... Вот тут нам становится понятно, зачем все это... все эти... Лежат, ну, вот эти вот е то, что я перечислил, типа еды, значит, то, зачем это вся маца, зачем это все. То есть, когда ты учишь что-то в действии, оно все запоминается. Как мы знаем, что тот, кто учит, чтобы делать, тому с него помогут и учить, и обучать, и запомнить, и делать. Поэтому вот в Песах очень важно не просто учить об этом, а важно именно пройти вот весь этот ритуал, прочитать, и именно там есть и мацу там надо скушать вовремя там три этих листа, и нужно положить горькую эту зелень. И эта картошка, ее окунают в соленую воду. А почему картошку в соленую воду? Потому что плакали они, когда, когда, их забрали в рабство, да? Плакали они, когда их забрали в рабство. Не знаю почему, видно интернет не очень, но надеюсь, что... что... Кстати, я вам скажу, что в Телеграме, в Телеграме, сбудет запись. И в Телеграме запись очень хорошо, вроде все идет без сбоев. Вот в Телеграме не, нет сбоев. То есть в Фейсбуке сегодня есть сбои, а в Телеграме нет никаких сбоев. И отсюда мы и за годы мы учим также, как надо изучать Тору обычные недельные главы. То есть, когда ты просто читаешь, это не запоминается. Я слушал сегодня урок, там рассказывалось про... Был такой великий мудрец Хафет Хаим, жаждущий жизни его звали. Он написал книгу, которая, которая, говорит законы речи. Мы когда-то ее изучали. А его, название его книги и его имя Хафецкаем, жаждущий жизни, это из отрывка из псалмов. Кто человек, жаждущий жи жизни, тот, кто любит все дни свои, видит добро. И вот он был Жаждущей жизни. Хафецкаем, это был, его назвали святой дедушка. Он прожил 90 с чем-то лет, похоронен в городе Радин он должен был уже уезжать, ему было там за 90, он должен был уже уезжать в землю Израиля, это был 1932, по-моему, год, 1932 год, и он должен был уезжать перед, перед осенними праздниками. И у него уже был дом в Петахтикве, он должен был приехать в Израиль, и пришла целая делегация раввинов из того, из того вот, ну, Литва, Латвия, Белоруссия, и сказали ему, если ты уедешь... Мы останемся сиротами, уговорили его остаться хотя бы на празднике. Он говорит: Ладно, я на празднике осенней останусь, этот самый Роша Шана, Сукот, и потом уеду. И у него в празднике заболела жена, он уже был очень пожилой, ему 90 лет было, потом заболела дочка, и в итоге он остался и умер, и похоронен в Радине. И вот про Хафыцхайма рассказывает один из его учеников, что он смотрел, как Хафыцхайм изучал нужно каждую неделю уже прочитывать недельную главу, один раз полностью прочитывать на иврите, и два раза перевод на арамейский язык. Есть официальный такой, как бы антелас это называется. Перевод на арамейский язык Антелоса. Он жил тоже больше двух тысяч лет назад. Нужно прочитывать каждую неделю вот на иврите, и два раза на арамейском языке перевод антелоса. И вот Хафисхайм читает недельную главу, например, про 10 казней. И он говорит, вай, вай, вай. так еще смешно на было. Хафисхайм говорит, эти казни в Шаме. говорит, это вши, это же не как чешется. Это катастрофа, катастрофа. И он так, он переживал, он очень сильно переживал. То есть, как будто бы все, что он изучает в Торе, он это проживал физически. И, конечно, когда ты так изучаешь Тору, оно все запоминается. И когда ты так проходишь Пасхальную году, конечно, оно все запоминается. И когда дети с трех лет учат Тору, и когда дети с трех лет слушают все рассказы про Авраама, про Ицкака, про Якова, про Исава и так далее, вот мы даже сегодня разговаривали с женой, и ну, у нас уже дети выросли. Старшему 21 год он уже женился, среднему сыну 16 лет и дочке 15. И вот сейчас средний сын, он написал на Песах с друзьями, они написали песню. Написали не песню про Песах, такая песня просто нереальная. Песня вообще, я такой не слышал, я, даже нав... я попросил их на Вайкру написать на русском. То есть они на иврите поют, но может быть они сделают на русском. Я даже сейчас пошлю Якову Шатадину, я спрошу, если можно, пошлю Якову Шатадину, чтобы песня вообще про Песах не, ну, unreal. И жена говорит, вот смотри, мы полностью, у нас дети не учили до... Старший сын до 20 лет не учил ничего, кроме Торы. А средний сын, он с 12 лет уже учил общеобразовательные предметы, то есть он заканчивает школу, у него будет и аттестат, но основа у него все 80% он учил Тору. Так получается, и она говорит, я вот все время думаю, правильно я сделала, сделала или нет, потому что там другие родители вкладывают, чтобы дети развивались, там спорт, и это, и это. И она говорит, я, я всегда хотела, чтобы они выросли религиозными время. И я считаю, что я правильно сделал, потому что для человека главное его человеческие качества. И Тора учит нас именно человеческим качеством. Учит, как работает мир, как работает жизнь, что такое добро, как, как вся вот эта вот система работает. И главное же, это не не то, как человек знает математику, и даже не то, сколько он зарабатывает. Главное, как он пройдет жизненный путь и насколько он потом придет перед Богом, скажет, насколько честно я прошел. Кстати, Талмуд говорит, что первый вопрос, который, который задают на небе человеку, как бы итог его жизни, это кого идти Тим ли Тора? Установил ты время для изучения Торы. То есть, если ты не учишь Тору и ты не интересуешься Богом, то ты зря живешь. Это факт. Теперь... Теперь дальше. Дальше второе. Значит, и второй вопрос задают, вел ли ты свои дела честно? То есть нужно быть честным человеком, который любит Бога, интересуется Всевышним, все остальное придет. Вот так вот это и вывод, да? Все, значит, подводим итог. Приближается Песок. Песок надо пройти вот этот вот всю ритуальную часть, называется Лейл Седер. Ночь порядка, есть определенный порядок, нужно прожить, прочувствовать этот исход из Египта. В этот момент э, Всевышний своим самой такой, назовем это энергией, творения, творец Бог приходит в этот мир. И тот, кто снизу создает вот эту всю ритуальную часть, подкрепленную мацой, подкрепленную четырьмя стаканами вина, четыре стадии освобождения, в этот момент у него есть возможность, он подготовил все снизу, Всевышний в этот момент эта энергетика, этот свет приходит сверху. И есть возможность что-то очень важное прочувствовать, понять, осознать, наполниться каким-то светом, энергией, силой для выхода из внутреннего рабства. Мы все находимся во внутреннем рабстве у своего прошлого. Вот, например, краще украинского написала Анжелика. Я бы с радостью бы говорил бы на украинском, но я с детства говорил на русском. И мне тяжело, я не, ну, то есть мне очень тяжело сейчас там в 50 лет перейти на украинский, да, то есть человек состоит из набора вот этих вот привычек, стереотипов, правил, и Песах это как раз вот этот выход на свободу из этого рабства и начало с чистого листа, то есть с чистого листа начала, и Всевышний дает для этого силы, для старта, и чтобы мы получили в Песах, которые приближаются, огромные огромные духовные силы для выхода из того положения духовного в котором мы сейчас находимся кто в хорошем еще на более высокое кому тяжело чтобы он вышел из этого тяжело и стал новым и вместе с тем что он стал духовно новым чтобы все его проблемы закончились остались в прошлом да вот. поэтому, поэтому чтобы мы получили в песах силу для перехода на следующий уровень все, и чтобы Всевышний услышит все ваши молитвы и выполнить для вашего добра. Все, счастливо, до завтра. До завтра. Завтра, кстати, я лечу, по-моему, в 8 вылетаю из Турции. В 10 я, может, не прилечу. Завтра, скорее всего, в 10 урока не будет. В 10 урока не будет, скорее всего. Да, я постараюсь сделать его, в, когда прилечу, в 11 или в 12.